Доброго времени. Продается дом из дальнего угла, называется. Почему из дальнего? Потому что я зашел в самый дальний угол, чтобы сразу вам показать объем работы, объем границ. Вот эта вот граница, это соседского участка граница. Вот эти вот деревья, которые растут, две яблони, наверное, ну, скорее всего, что так нельзя садить близко. Это раньше они были посажены, сегодняшний день. Это так, наверное, нельзя, скорее всего, делать. Почему? Потому что, ну, видите, ну, соседу на крышу эти ветки. Зачем они ему там, правильно? Правда, уже и соседа, я вижу, дом разъезжается, наверное. Сверху он пакли все тащит. Ладно, мы не про соседский дом. С дальнего угла, с дальнего угла. Вот такой вот забор получается. До туда я сейчас дойду, покажу вам. И вот домик. Что про домик сразу? Дом деревянный, квадратов немного, порядка 30, наверное, может чуть больше. Электричество есть 220, печное отопление. Как назвать, жилой, нежилой? Не, ну это скорее всего, что жилой, нежилой, но жить можно. Все, на участке больше ничего нету. Пройдемся по участку. Находится это... Воды, кстати, кто спрашивает про воду, тоже воды на участке нету. Внутри? Не знаю, но если кто захочет, покажу. Находится это Минская область. Слуцкий район, агрогородок Весея. В агрогородке Весея есть все. Начиная от работы, заканчивая дом культурой. Магазины, школы, баня, церковь, сельсовет, почта, амбулатория. Участок земли 25 соток по документам. Документы все в порядке. Соседский дом. Там вот какое-то вот растение есть, да? Я до сих пор не могу такие допетрить. На. Что это за растение? Надо, я уже книгу нашел. Такую полностью про лечебное растение. И вот это вот растение, оно вот здесь вот растет. И оно само плодится, понимаете? Такой цвет у него интересный. Мне кажется, что все равно его в каких-то целях применяют. А может и нет, а может просто дико растущая. Чья-то курица ушла сюда зимою. Либо собака, либо лиса ее здесь уделала. Участок большой, там еще на участке орехи растут. Как видим, рядом особо строения нет. Все-таки, как ни говорите, ну, ну деревня это есть деревня. Она ни с какой с квартирой не сравнится. Я после деревни приезжаю, захожу в подъезд, мне уже просто, говорится, не хочется дальше идти. Да, во-первых, открываешь подъезд, сразу воздух не тот. Здесь хоть на полный объем легких можно подышать воздухом. И деревня это не то, что значит, что вы купили деревню, там уже надо покупать корову, свиней. Живите себе на свое удовольствие, посадите сад. Я, кстати, вот деревенским хочу передать большой пламенный привет и попросить как бы именно вот от меня, от Олега Васильевича, чтобы они садили больше деревьев. Вот в какую деревню не заезжаешь? Голыдьба голыдьбою, то есть. Вот если посмотреть, ну так вот вдаль, например, видите, здесь еще как бы деревья есть. А иногда заезжаешь в деревню, вот этих вот верхушек уже давно нету. Все низкорослые, все попилили, все на дрова. А посадить новое, березки, клен, липу, где-то дубок какой-то посадить. Яблонь, да? Ну да, его или под реставрацию хорошую, или под снос. Сруб-то хороший, его со сруба можно здесь сразу сделать какую-либо мастерскую, либо типа такой сарайчик, либо даже в баню. А рядом, пожалуйста, стройте новый дом. Заливайте фундамент любых размеров, какие вам надо. И все. Цена... Цена какие есть? $3000. То есть, если на белорусские деньги говорить, это 10 тысяч рублей. А если на российские говорить, я уже немного научился там переводить, это получается
300 тысяч рублей, правильно? Сейчас с этой стороны вообще немного покажу. Мы сегодня с ребятишками выехали на прогулку прогуляться. Внутри я не знаю, внутри просто темно, я вам ничего внутри не покажу. Печное отопление, много разного антиквариата. Что внутри? Вот такой вот дом. Ну доска, я где-то вот видел даже вот доску такую. Вот где-то я видел даже такую вот доску. Вот именно брус и доску уже даже покупают. Вот я не знаю, выжженное солнцем, то есть это лофт, мебель делают или что. Вот именно вот такое вот бревно, доску. Покупают. Это вот часть дома, которая с той стороны крыши раскрыта. Ё. А сам сруб, видите, откуда начинается-то? Сруб, вот он откуда начинается. Так будет лучше, я думаю, да? Вот он основной сруб. Вот он идет, часть этого сруба. В доволе целом, как бы можно сказать, неплохой. Сруб вместе с креслами, да? Герман, как тебе кресло? Нормально? Два кресла. Сейчас с улицы еще покажу. Ну вот, с улицы так он смотрится. Здесь забор. Щекет. Соседские уже, видите, металл поставили. Асфальтированный подъезд. Там он буквально на перекрестке. Через три дома магазин первый. На углу, кстати, там тоже дом продается. Там уже он 5000 долларов стоит. А 5000 долларов это 15 тысяч рублей. Либо 500 тысяч там, наверное. 500 тысяч России. Ну, вообще, городок Весея большая. Здесь рядом озеро есть. Камора буквально километра два. Лес. Лес тоже рядом. Как бы километра два, наверное, скорее всего. Если я что-то ошибаюсь, можете поправить. До города такси стоит 10 рублей. И идут проходящие маршрутки. Столовая есть, где можно покушать. Короче, все четко, только надо вот хозяина найти нового к этому дому, чтобы тоже дальше его реконструировал, либо оставил под какое-то заведение. А рядом можно где-то там и новую построить. Все, спасибо этому дому, поедем к другому. Этот дом стоит, повторю, 3000 долларов на сегодняшний день. Герман, передавай привет. Будешь привет передавать подписчикам? Алексу передавай привет. Бегасу, будешь привет передавать? А, Дракоша? Герман, ты будешь привет передавать сегодня? Скажи привет, привет, друзья. Балдеет деревня. Учится сбивать локти, колени, все остальное. Но это деревня, без нее никак. Все, спасибо, до свидания. Всем хорошего настроения. Спасибо этому дому, поедем к другому.